здоровенный мужик будет ходить по узким улочкам. Лишний зачет. Третье место Георгий Горбатенко. Второе место Иван Лебедкин. И первое место победитель третьего этапа трехфагл Кубка ТОС. Антон Добровольский. Ну, сколько никто прикольно вышло. Классно, да, я сам не ожидал. Не надо на сцене! В натуре класс, да и вообще все молодцы. Четко. Они просто вот... Калюжного мотоблюда. Двое из ларца, обрати внимание. Дубовик и Лебедкин. Ну а вот нет, теперь уже...